наводнение зимой бывает часто, дождей много, земля цепится, и тент поставили, в железной конструкции внутри, видите, поддержит стену, чтобы не разрушилась, купол не сохранился, но вот случайно так это 2 метра копали, видите, где вот дошедшая до нашей дни византийская церковь, ну маленькая часовня это, 6 века. Тут видишь разрушенные ступени. Ты глянь, и не насрано. Говорю, и не насрано, у нас бы уже все засрали. Да? Резьба по камню. Ну, конечно, работа тут.